Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет о новом нашем жильце. Зовут Хан. Среднеазиатская овчарка. Родился 17 августа 2017 года. Такая вот у него прикольная дата. 17.08.17. Вот такой мальчик. Хозяин нам его отдал. Ну, у него там свои какие-то личные причины, что он не может его держать. Вот. Сначала вроде все, приехали, нормально было, погуляли. Прицепил его к дереву, сейчас не подпускает. У нас работник хотел его отцепить, он его укусил. Там поцарапал. Ну, он как бы за спину его цапнул, получается, что соскреб ему там под курткой. Вот такой вот у нас мальчик Хан. Хан, красавец, красавец. Ой, да что такое, мой сладкий, да. Ой, да мой мальчик только. Хан, нельзя, нельзя. Все, Хан, ты сейчас здесь будешь у нас жить. Теперь это твой дом. Будешь нас здесь всех охранять. Животных будешь охранять. Ну, я думаю, что придется ему, наверное, здесь пока пару дней потусоваться. Будем его здесь тогда кормить, раз уж здесь прицепили, и пока не дает нам себя отцеплять. Гавкает на нас. Вот такой вот пес хороший, с родословной, с клеймом. Вот. Нам он почему-то показался грустным. Грустные глаза у него показались по объявлению. Поэтому мы его решили забрать. Честно говоря, песик такой хорошенький, мощный, хороший азиат. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!